Национальный рекорд защита. Ура! Алексей Молчанов, 14-кратный чемпион мира, проплыл подо льдом Амеревского карьера 180 метров моноласти, побив тем самым прошлогодний рекорд, который поставил француз. Артур Гуэрен-Байери преодолел отметку лишь в 175 метров, тогда как наш российский спортсмен Алексей, казалось бы, совершил невозможное. Подледное плавание является одной из самых сложных дисциплин фридайвинга. В данном виде спорта, как нигде, важна полная концентрация внимания и абсолютная расслабленность. Холод не всегда позволяет достичь нужного состояния. У спортсмена нет возможности всплыть в любой момент, пока он не доберется до финиша, а это также дополнительный стресс. Победу Алексей посвятил своей матери Наталье Молчановой, которая является основательницей и первым президентом Российской Федерации фридайвинга. Именно Наталья стала первой женщиной-фридайвером, совершившей погружение на глубину 101 метр и задержавшей дыхание на 9 с лишним минут. Известно, что в 2015 году Наталья пропала без вести при очередном погружении. Чемпион мира признается, то, что для других кажется чем-то невообразимо сложным, для него естественная среда обитания. Тем не менее, порой не обходится и без определенных трудностей. Со стороны это опасно, а для меня это, то есть, такая привычная среда. То есть я понимал все риски, у нас был натянутый трос, и даже во время нырка был такой неприятный момент, когда я плыл над веревкой, над тросом. И меня начало, и веревка выше висела, чем должна была быть, и я начал задевать ласты лед. То есть меня прибило вверх ко льду, и было очень некомфортно плыть, я перешел вниз под веревку. И этот переход, конечно, это был такой неотрепетированный момент. Подготовка к организации мероприятия проводилась огромная. Прежде всего, это касалось безопасности пловца. Так на каждой отметке Алексея ожидали по два фридайвера. Ряд страхующих фридайверов, которые будут страховать в начале нырка Алексея, в ходе всего его продвижения вдоль троса под водой, подо льдом, будет идти видеосъемка, будут встречать его и дайверы почти на каждой майне, через каждые 25 метров. То есть я думаю, что безопасность у нас выстроена на должном уровне. Алексей Молчанов – один из самых опытных фридайверов в истории. Свой первый мировой рекорд он установил еще в 2008 году. Спортсмен уверен, все самые важные победы у него еще впереди. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.